Екатерина, расскажите о конном комплексе Измайлово. Как вы оказались, в общем-то, здесь? Почему именно лошади? Спасибо вам большое за внимание к этому вопросу. Центр развития пони-спорта Измайлово, скорее, больше позиционирует себя как центр пони-спорта. Безусловно, лошади у нас тоже есть, мы их очень любим. А как мы сюда приходим? В пони-спорт, в конный спорт люди приходят так, один раз и навсегда. Ну, в 14 лет, вступив на порог этого клуба, я больше отсюда не выходила. И вот с тех пор, 25 лет, уже проводится работа по развитию пони-спорта в нашей Российской Федерации. Как и все спортсмены, единожды сев в седло, они больше из него никогда не вылезают. Вы сами участвуете иногда в соревнованиях или только больше управленческой деятельностью занимаетесь? Знаете, дело все в том, что... И, конечно, безусловно, я участвую в соревнованиях ежедневно. Дело все в том, что спортсмены на пони могут выступать до 16 лет. К сожалению, чуть-чуть этот возраст, я немножечко этот возраст, к сожалению, уже перешла. А вот по поводу соревнований, да каждый день. Мы соревнуемся, чтобы намного больше регионов участвовало, чтобы намного больше городов участвовало, чтобы намного больше всадников участвовало. Каждый день борьба. Как часто проходят соревнования? Сколько раз в год? Кто приезжает? Какие гости? Какие команды участвуют? Какой возраст детишек? Ой, спасибо за вопрос, такой прекрасный вопрос. Соревнования по пони-спорту у нас проходят два раза в месяц. Крупные турниры, серьезные, знаковые, которые, ну, о которых можно говорить, снимать и рассказывать, они проходят у нас пять раз в год. И это вот то, что вы сейчас видите. Это пони-форум, где дети борются за право участия в Красной площади. То есть завтра здесь будет разыгрываться путевки на Красную площадь, где спортсмен своего региона сможет представить не только себя, но клуб, город и регион. Пони-игры проходят в сентябре, когда собирают всех детишек на своей площадке. На них представлены все виды пони-спорта будут, да, поэтому пони-игры. Кубок президента Федерации конного спорта России Марины Владимировны Сечиной проходит в ноябре. Кубок именинника, это представитель комитета по пони-спорту и владелец этого клуба Александр Бакеев, проходит у нас в марте. Ну и, безусловно, новогодние соревнования. Ну и, конечно, не здесь, но самый важный турнир проходит на Красной площади. Это наша финалочка, поэтому нам есть чем гордиться. Может быть, еще осталась какая-нибудь незавершенная мечта, что бы вы еще хотели воплотить? Или уже все, в принципе, в жизни у вас есть? У меня в моей личной жизни есть все, и у нас в жизни есть все, но мечта, конечно, есть, и мы к ней идем, и я всегда говорю, что пони завоюет мир. Дюнь-дюнь.